Итак, всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеошлушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И вы видите здесь, да, то есть как бы и ноутбук, и ножик, и коробочку. И в объявлении говорится о том, что я расскажу не просто о том, как открыть и достать из коробки Microsoft Surface первой версии, да, Microsoft Surface RT первой версии, а говорится о том, что будет история о том, как его купить дешевле. На самом деле сейчас при содействии Microsoft и при участии так называемого мероприятия «Открытый и открытый свит» для Украины, украинские школьники, благодаря родителям, да, могут позволить себе купить сейчас за полцены, скажем так, то, что называется Microsoft Surface RT для работы, причем за полцены, и это с клавиатурой, которая отдельно стоит определенных денег. Вот эта коробочка, сейчас мы ее откроем, то есть чтобы вы понимали, цена за устройство, которое планшетный компьютер Microsoft Surface RT with Touch Cover Black 32 гигабайта, одна штука, видно, не видно там, 2999 гривен, да, то есть это хороший, я считаю, подарок на Новый год, торопитесь, акция как раз действует. Ну, а мы сейчас откроем эту коробочку, после чего я перейду к истории о том, как воспользоваться такой акцией. Вот у меня на ноутбуке уже открыт, скажем так, необходимый материал. Ну что ж, открываем. Вот, Engler Invest. Товариство с обмеженной відповідальністю Engler Invest, накладная, можно ее себе оставить. И так далее. Гарантия виробника, как вы бачите, є гарантия від Microsoft. Что тут пишется? Офіційного дистриб'ютора. Гарантия, печатка. Все перекладено українською мовою. И, собственно говоря, сам Surface, вот такая вот коробочка. Здесь вы видите даже запечатано, или, по-моему, давайте посмотрим. Что у нас здесь есть? Microsoft 32 GB. На русском написано, Windows RT. Ага, и тут на русском языке с русской коробкой, я так понимаю, поскольку 32 гигабайта, Surface RT плюс сенсорная клавиатура, комплект поставки, Surface Windows RT, сенсорный клавиатурный модуль черный, офис для дома и офиса 2013 RT, источник питания переменного тока, 24 ватта, встроенная поддержка Wi-Fi, Bluetooth и так далее. Требования к системе, все это как положено. Почему RT? Да, потому что с RT как-то, не знаю, мне нравится работать с RT. Мы сейчас открываем и достаем, собственно говоря, коробочку. Она дольше живет, дольше играет. И здесь еще одна заклейка. Ага, это клавиатура. Вот такая вот клавиатура, как вы видите, здесь. Ага, на русское здесь. На жаль, немає украинской мовы. Видно, не видно? Давайте уменьшим. Здесь нет украинской мовы, але є российская мова. Ну, что ж такое поделаешь, там от украинского немного отличается. И здесь что-то... Ага, а здесь у нас, собственно говоря, инструкция. Ковер, сенсорные и клавиатурные модули. Как подключаются, как использовать и тому подобное. Вот такой вот вариант. Значит, сама коробочка, красивая коробочка, и коробочка это, я так понимаю, самого Surface. Достаем, открываем. Вот так вот он красиво открывается. Вах, смотрите, какой красивый, да? Здесь мы достаем, здесь инструкция. Все, больше ничего нет. Ничего нет. Достаем девайс. Достаем клавиатуру. Клавиатуру, блок питания. Смотрите, как он красиво сделан. Подключается. Блок питания сделан очень качественно. Знаете, это магнитная защелка. Это я зря сделал. Опять-таки, теперь его и не достанешь. Как плотненько-то. Иди, не падать, то будет обидно. Там инструкция, смотреть не будет. Кто не знает, да, все тут на магнитиках. Такое как красивенькое, классненькое. Так, нож надо спрятать. Чик. О, прилипло.
Это, напомню, был герберовский ножик. Подарок мне на день рождения. Замечательная, скажем, такая штучка. Еще и вот там. Разобрать что-то, собрать, вытащить симку. Вот оно. Такое. Там есть много разных функций. И что остается? Да, прилипло. Здесь у нас есть такая подставочка щелк. Вот. И прилипай. Прилипло? Зарядка. О, зарядка прилипла. Это прилипло. Это не прилипло. Отрывайся. О, оторвалась. Ага, и здесь для того, чтобы удобно было скручивать, вот такая штучка, мы ее отберем. И мы можем также подключить сразу и клавиатуру. Клавиатура магнитная, на чик, и прилипла. Причем прилипает настолько, насколько, как вы видите, можно его держать вверх ногами. Размахивать не обязательно, но работает. Про Surface я уже рассказывал, еще раз пройдемся. Сейчас я подключу его к электропитанию для того, чтобы он начал работать. А дальше мы поговорим. О, есть. Смотрим. Да, Surface включился. Вот лампочка питания горит здесь сбоку. Не знаю, видите, не видите, вон там вот такая вот штучка. Все, работает. А теперь о том, как это купить и для кого это. Итак, это совместная программа, как я уже говорил, Microsoft и Engler Invest, который является частью программы, так называемый открытый свит, то есть программа, которая направлена на то, чтобы обучать детей, на то, чтобы дети получили соответствующие вещи. Итак, заходите на сайт, который так и называется englerinvest.com, и вы видите сразу пропозицию для украинских школьников и их родителей. Надеюсь, и школьники сейчас смотрят и зададут вопрос своим родителям: «Мама, папа, а вы купили мне девайс?» И, соответственно, зададут вопрос там, родители: а что бы подарить ребенку на день рождения? Торопитесь, устройство ограниченное количество. Как вы видите, цена 2999. Предбаты. И вот вы видите, да, то есть как бы, что для этого нужно? Нужно, да, то есть как бы, умови предбання. Батьки учнів мають можливість придбати планшет за спеціальною ціною. Для цього необхідно прізвище, ім'я і по батькові, школяра та інформація про навчальний заклад. Після перевірки, перевірення буде, собственно говоря, все це діло зроблено. Ну, от таким от образом все это и пройдет, да, то есть, как вы видите, особенности, про это вы знаете и тому подобное. Вот видеоогляд Surface, кому надо, и здесь мы видим, соответственно, характеристики, про них я скажу еще пару слов, и почему этот Surface хороший, да, то есть, как вы видите, есть Touch Cover, и также предлагается Type Cover, но Type Cover, насколько я знаю, поставки пока задерживаются, поэтому ждем, да, то есть как бы тонкая, и touch, type это та, которая выглядит как клавиатура с нажимающимися. И что остается, только замовити. Замовити, либо вы выбираете самовывоз по Украине, кредит, можете договориться о кредите для вашего ребенка, о том, чтобы этот девайс купил. Ну, я считаю, что за 3000, когда около 5000 цена девайса в обычных сетях, то есть это будет отлично. Ждем, когда кто-то купит, а потом работает. Да? В кошику товаров одна, до кошика. Самовывоз по Украине, обратите внимание, 70 гривен вам доставят по Украине, поэтому воспользуйтесь. Итак, englerinvest.com, вы зашли на сайт, выбрали необходимую вещь, выбрали предбаты. Если вам подходит Touch Cover, заказывайте сейчас. Если хотите Type Cover, ждите чуть-чуть позже. Уже две штуки. А что, две штуки? Я хочу одну штуку. И по Киеву курьером замовить и оформили. Могу сказать, что я заказал в конце прошлой недели. Мне, как вы видите, привезли. Ну, на самом деле, еще привезли давно. То есть, грубо говоря, от начала покупки до доставки понадобилось, там выходные были, ну, 3 дня рабочих.
продовжити оформлення замовлення. Я сказал продовжити. И здесь вы заполняете все необходимые данные. Обратите внимание, что требуется указать имя родителей, да, паспорт родителей, ну, такие требования, имя школяра и так далее, где он учится, как связаться, чтобы могли проверить, и как связаться, собственно говоря, с вами, куда доставить. Все это прошло на ура. Ну и мы вернемся к планшету. Собственно говоря, вот он такой замечательный у нас стоит. Здесь и хочу напомнить, что этот планшет работает на System on Chip Тегровской. System on Chip подразумевает под собой то, что это и процессор, и память, и все необходимые контроллеры. Все это есть, да. Мы не видим здесь украинскую мову, на жаль, но есть русский язык. Выберем русский. Далее условия лицензионного соглашения. Принять. Персонализацию выполнять пока не будем. Хотя давайте выберем зеленый. Я его покупаю для сына, поэтому он будет Свят. Его зовут Святослав Игоревич. Свят РТ. Кто не видел канал, посмотрите Святика канал. Мы выбираем, что он будет подключен к открытой сети Евразия. Использовать стандартные параметры. Я скажу, что будет вход без учетной записи Microsoft, локальная учетная запись. Я ее сделаю админом. Пароль все равно потом поменяем. Ой. Type клавиатуру я про нее уже говорил, к ней надо привыкнуть. Но, в принципе, она работает очень и очень неплохо. ПВД. Готово. Все. Завершение работы. Итак, Microsoft Surface – это System on Chip, да, NVIDIA Tegra 3 T30, потому что они там разные, с частотой 1,33 ГГц, 4 ядра армовских Cortex A9, там, соответственно, поскольку это NVIDIA, в самом System on Chip находятся ядра графические, GeForce-овские, ULP. Там 2 гигабайта памяти. Соответственно, здесь находится 32 гигабайта хранилища, из которых сейчас мы посмотрим, сколько будет доступно. Здесь сбоку, вот здесь вот есть, с другой стороны, с другой, вот если видно, не видно, вот там вот есть разъем под подключение SD-карточки, microSD-карточки до 64 гигабайт. IPS-овские матрица 10,6 дюймов при разрешении 1366 на 768. И, соответственно, мультитач, который поддерживает работу Windows RT 8, сейчас она обновится автоматически до 8.1. Само устройство весит 600, 700 почти грамм, 680 или 690, я не помню. То есть вот такая вот она девайсина. Но самое главное, почему для школьников это интересно, это устройство, которое сделано для того, чтобы ее, его ронять, бить и тому подобное. То есть, соответственно, оно сделано из крепкого такого пластика, в хорошем корпусе, с возможностью работы и так далее. Клавиатуру, я про нее уже рассказывал, эта клавиатура позволяет нам эффективно управлять этим всем делом, настраивать и так далее, если вы хотите что-то набирать. То есть это не просто планшет, а рабочий планшет. Плюс его рабочесть подчеркивает еще и наличие офиса Student and Home, да, то есть, который как раз для школьников пригодится. И работать с документами, и работать с электронными таблицами, и с презентациями. И сейчас 8.1 туда добавили Outlook, то есть поэтому можно будет работать с почтой в хорошем режиме. Плюс я считаю, что лучшим продуктом, хотя он и поставляется отдельно в Windows RT, является OneNote. Это вообще отдельная история, отдельная утилита. Я надеюсь, что все ей пользуются и на компьютерах, и на мобильных устройствах. Кто не видел, посмотрите, у меня описание в видео соответствующее есть. Да, то есть, ну и плюс, планшет сделан так, что очень удобно вот за счет подставки, имеющейся сзади. Очень удобно его можно поставить так, как вам нужно и так далее. Ждем, пока система настроится. Подготавливается наш компьютер. Все еще подготавливается.
Я надеюсь, что скоро подготовится таки. Вот, а я буду потихоньку заканчивать обзор. Ага, вот видите, уже и готово. То есть мы можем начать работу. Мы можем использовать офисные документы. Мы можем работать с OneNote. Мы можем работать с обыкновенным Windows. Напомню, что здесь находится Windows RT. Как вы видите, 15 гигабайт из 24. Почему 24, а не 32? Там еще средства восстановления, если операционную систему кто-то пришибет. Поэтому не переживайте, детям, если даже они убили, восстановить будет очень легко и просто. Я думаю, еще раз сделаю обзор Windows, извиняюсь, Microsoft Surface RT. Отличие, да, еще раз, это RT. То есть сюда нельзя установить приложение x86, но можно установить из магазина много тех приложений, которые уже сейчас есть, их больше 100 тысяч, в том числе и интересные игры. Посмотрите, пожалуйста, у меня есть обзор приложений для Windows RT, в том числе игрушек для Windows RT, в том числе и так, как они идут в работе. Ну, а как я уже говорил, устройство очень мобильное, очень удобное. Сложили, забрали, получили вот такой вот плоский, кстати, классный, с приятным таким шерстяным покрывальчиком девайс. Это крепкое, да, то есть в отличие от пластиковых китайских планшетов, это чувствуется, что ты держишь вещь, и его не страшно уронить. Ну, а обзор, я же говорю, посмотрите, предыдущий он уже был у меня. То есть достали, открыли, включился, да. Положили так, то есть когда так, клавиатура не работает, да, то есть мы можем держать таким вот образом, то есть и клавиатура выступает у нас как отличная крышка плюс выключалка. Ну что ж. Спасибо всем за внимание. С вами был я, Игорь Шеститко. Смотрите другие обзоры. Не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте смотреть в описаниях к видео. Есть куча ссылок, вернее, в аннотациях видео есть куча ссылок. В описании к видео тоже есть куча ссылок, посвященных той или иной теме. И напомню, что все, о чем я только что рассказал, вы сможете купить на сайте Engler Invest. Торопитесь, акция для школьников идет, и она будет продолжаться достаточно недолго, потому что количество устройств весьма и весьма ограничено. До Нового года, я думаю, не все распродадутся. Родители, сделайте детям подарок на Новый год. Дети, намекните родителям, что 3000 гривен для того, чтобы вы пользовались отличной системой, не такие большие деньги, особенно если учитывать. Тут, понимаете, ключевое слово-то состоит в том, что это рабочий ноутбук или рабочее устройство, на нем играть нельзя. Ну, вы же не будете говорить родителям, что там-то игры есть, по большому счету. Заходят родители на Engler Invest и получают, соответственно, введя свои данные, проверив эти данные, получают соответствующие устройство через несколько дней. Как вы видите, доставка в Украине, по Украине тоже присутствует, а кто хочет, может купить это все дело в кредит. Ну что ж, увидимся, счастливо, подписывайтесь на канал, всего хорошего, до свидания.